Три века назад мы узнали, что такое мрак. Он появился в центре нашей галактики, нашего дома, всего за несколько лет поглотив половину обитаемых миров. Та же участь постигла Миотар, расу благородных воинов. Они не сразу поняли. То, что пришло из центра галактики, оказалось не врагом. Ему не нужны были слава и победа, триумф и признание. Мрак пришел, чтобы сделать их частью себя. Сделать все частью себя.